Весьма неординарное ЧП произошло накануне в приморском городе Уссурийск. Неприятный инцидент случился рядом с китайским рынком в Уссурийске на улице Мудань-Цезянская. Nissan частично оказался на железнодорожных путях, преграждая проезд локомотиву. Но самое страшное, что на заднем сиденье в это время находилась маленькая пассажирка. Неравнодушные жители города поспешили на помощь к ребенку. Девочке объяснили, что нужно изнутри нажать кнопку и разблокировать двери, после чего кто-то из мужчин переключил коробку передач на нейтралку и авто смогли откатить с железнодорожных путей. В подробностях происшествия еще предстоит разобраться специалистам. Судя по всему, родителей ждет разбирательство с полицией и штрафы за неправильную парковку и оставление ребенка в опасности. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.